На сегодняшний день в реестр Минпросвещения включено более 30 тысяч школьных театров. К 2024 году они будут открыты в каждом учебном заведении. Как организовать работу театральной студии в школе, расскажут гости нашей программы. В программе «Утро вместе» Юлия Кондратьева, руководитель театральной студии гимназии номер 2, а также воспитанники старшей группы студии Андрей Романцов и Анна Кондратьева. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте действительно поговорим, как все-таки с молодыми людьми можно организовать театр в школе. Как долго существует ваш театр? Сколько в нем воспитанников? Что показываете? Наш театр был организован более 10 лет назад. Угу. Детки идут к нам без отбора. Мы не проводим никакой отбор. Мы берем всех желающих с 1 по 11 класс. Угу. Поэтому... Без кастинга даже? Без кастинга, да. В нашей театральной студии сейчас на данный момент 10 групп детей. И все они разбиты по возрастам. Ставим разные спектакли с разной направленностью, очень много патриотических спектаклей. Uh-huh. В нашей театральной студии вообще мы делаем приоритет на патриотическом воспитании деток. Uh-huh. Вот. И классика, конечно, без нее никуда. Без Чехова и без Чехова никуда. Достоевского никак, нет, да? Да. Хорошо. Одно дело заниматься театром, а другое дело показывать театр в смысле того, что презентовать плоды своего творчества. Вот вы куда-то ездите, что-то презентуете, где-то участвуете? Да, конечно же, наша театральная студия, в принципе, известна в нашей стране, потому что мы очень часто выезжаем на всевозможные конкурсы всероссийского международного уровня. Каждый год как минимум 2 раза. Угу. Москва, Питер, Сочи, Ялта. То есть это постоянные... Да, вот, гастроли. Гастроли, да. Причем детки ездят с самого маленького возраста, с 3 класса, мы уже их вывозим выступать, они привыкают к сцене, привыкают к общению с публикой, им это очень нравится. Ничего себе, мне кажется, это не та самодеятельность, которая была, вот когда я училась, например, я была в театре миниатюр. А здесь кто отвечает вообще за постановку, сценарий, режиссер, все. Да. Вот мы в свое время как-то сами все там придумывали, и был один руководитель у нас взрослый, который, да, можно, нет, нельзя. А у вас как это происходит? У нас на самом деле тоже, я один руководитель всей студии, но я приглашаю в помощь педагогов нашего института искусств, mm-hmm. актеров наших театров. То есть они на благотворительной основе дают нам всевозможные мастер-классы, тренинги проводят с детками, помогают в хореографических постановках, в пластике, в сценбое, в сцендвижении. То есть наши детки осваивают различные дисциплины, которые вот уже есть даже в институте искусств. Первый курс, вот ребята владеют этими опытом, знаниями, да, уже теми знаниями, которые проходят на первых курсах вуза. Все серьезно, то есть, да. Так, ребята, давайте рассказывайте, как долго занимаетесь уже театральной жизнью, живете, и вообще как туда попали? Я начну, поскольку я самый старший, по сравнению вот с Аней, я 11 лет, 11-й пошел. С самого начала, от истоков. Самого первого спектакля и до последнего. Вот я выпускник, можно сказать, театральной студии имени Юли Юрьевны Кондратьевой. Вот. Что сказать? Я хотел бы сказать о себя лично. Благодарность педагогу по сцен-речи. В какую камеру смотреть? Вы нам говорите, мы передадим. Да. По сцен-речи Федоренко Елизавета Алексеевна. Мне очень лично нравится эта дисциплина. Она нам дает... Читает лекции по сцен-речи, дает практические занятия, домашние задания разнообразные, преподает орфоэпию, логику интонационных закономерностей, да, ставит всякие дыхательные техники, преподает дикция. И все это очень, на самом деле, важно. Много разных направлений в драматическом искусстве, это очень серьезно. Точнее, надо к этому подходить с ноткой серьезности, вдумчивости, вот. Поэтому осознанно, мне это осознанность, да, мне да. Поэтому нравится. Так, куда же дальше? Вот мне интересно, вы так говорите про все эти уроки, про серьезные отношения. Вы дальше планируете в театральной жизни? Я думаю, что я пойду в журфак, наступаю вам на пятки. Ждем с нетерпением. Без шуток, это актерский факультет. Актер драматического, наверное. То есть все-таки театр школьный... Перерастает в театр взрослый. То есть наша театральная... Простите, что перебью. Наша театральная студия выпускает, можно сказать, абитуриентов. Я абитуриент, будущий студент. И вот она, наша студия, выпускает уже будущих актеров. Угу. Конвейер. Отлично. Да. Анна, у вас как? Я занимаюсь театральной студией уже 8 лет. С
третьего класса. Тоже заслуженная актриса, можно сказать. Ну, практически, возможно, в будущем. Вот, тоже поступаю в театральный институт на актрису драматического театра и кино. Мне очень нравится наша театральная студия. С самого детства, вот как только я сюда пришла, у меня сразу загорелись глаза, я сразу полюбила это дело и, в общем-то, решила, что хочу связать с ним жизнь. Третий класс — это был самостоятельный выбор или, да, может быть, самостоятельный? Да, самостоятельный, я очень хотела. Я занималась танцами, видела, как мама ставит постановки с ребятами, ага. И постоянно говорила: «Мама, можно я вместо танцев пойду к тебе в студию?» Мама говорила: «Нет, доходи». Но в итоге я все-таки бросила и пошла в театральную студию к маме. Судьба. Судьба. Давайте поговорим о тех постановках, которые вы, во-первых, показываете в своей родной школе, а во-вторых, выносите все-таки уже на большую сцену, на суд жюри. Что вот из актуального, может быть, такого есть в вашем театре? С маленькими детками, конечно же, это сказки. И начинаем мы всегда работу со сказок, потому что это самый благоприятный материал, самый такой интересный для малышей материал, поэтому мы растем на сказках. Самые известные сказки – «Летучий корабль», «Золушка», «Анчутка». Вот сейчас мы как раз на конкурс возили постановку «Анчутка», и детки стали лауреатами третьей степени. Ну, всевозможные детские сказки, «Бременские музыканты», не знаю, там у нас как бы «Ягодочек замуж выдавала». У нас огромное количество вообще вот в репертуаре сказок. Простите, это масштабные сказки, это где масштабные нужны декорации, сказки. Где нужны, да, костюмы. Да, сами, да, шьете? Да, вот костюмы не из картона. У нас очень большая костюмерная. Все костюмы я отшиваю сама. С помощью еще одной портнихи, которая мне помогает. Да. У нас огромная костюмерная, огромное количество очень красивых, ярких, красочных костюмов. И детки, поскольку растут, костюмы передаются следующим, подрастающим. Да. Ну, а старшие, конечно, это классика. Пушкин, Чехов, Марк Азов. Вот мы недавно тоже ставили спектакль «Собаки», и он завоевал у нас «Золотую маску» на фестивале в Санкт-Петербурге. Вот, поэтому такой большой, обширный репертуар, угу, да, у нас очень. Ребят, вы как больше относитесь? Вам больше нравится, может быть, современный драматический какой-то театр? Или все-таки Чехов, классика? Мне больше нравится классика, да, потому что классика вечна. Да. Очень нравится, как пишет Чехов, как пишет Пушкин. Угу. Ну и современные авторы тоже, как Марк Азов, мне, угу, тоже очень нравится, но больше все-таки я за классику. Угу. Да, хорошо. Молодой человек что скажет? Сказки. Честно, мне нравятся сказки. Очень люблю разные, для взрослых, для детей. Классику можно читать по-разному, современным, да, взглядом. Вот, поэтому классика будет актуальна всегда. Ну, для этого она и классика. Усадьбу показать, нарисовать весь задник, а можно один стол поставить, как бы, и будет современный театр, а представить, абстракционизм. Что это, да, абстракционизм. А, кстати, как, может быть, пробовали современное прочтение действительно классики в каком-то, да, необычном формате? Да, мы как раз ставили «Барышню-крестьянку» Пушкина в современном прочтении. И настолько зрители с удовольствием просто смотрел наш спектакль, мы с ним выступали в Доме актеров. Ну и вообще, к радости, наверное, к такой огромной нашей. Мы давно работаем с Мирошником Андреем Владимировичем, заслуженным артистом Российской Федерации, нашего камерного театра. И благодаря ему у нас есть выход на площадку Дома актеров, где ребята выступают со своими спектаклями. Вот в том числе «Барышня и крестьянка» очень пришлась по вкусу зрителям. С удовольствием нас приглашали. «Алые паруса» мы тоже ставили постановку. Тоже с удовольствием зрители приходили, смотрели на наши спектакли. «Снежную королеву» с малышами. То есть у нас такой обширный репертуар. И вот детки с малого возраста имеют такую возможность выступать на сцене Дома актеров. Такой действительно масштаб. Скажите, как вообще это сложно организовать вот такой, ну, театр, прям театр в школе? Да, без шуток, прям, да, театр. Да, да. То есть с костюмами, с декорациями, с выступлением на серьезной сцене. Это очень, на самом деле, сложно. Ну, то есть работа занимает 24 часа в сутки. Ну, по крайней мере, да, и день, и ночь трудишься, потому что приходишь с репетицией и занимаешься изготовлением тех же костюмов, декораций, подбором фонограмм, музыкального оформления и так далее. Да, афиши, программки, все это вот приходится как делать самостоятельно. Вот так получается. Вся жизнь посвящена этому процессу, да, вся жизнь. Ну, а какие-то советы, может быть, кто тоже хочет у себя в школе организовать, как-то вырасти? С чего начать? На чем акцентировать? Ну, наверное, главное не бояться.
Самое главное — шагнуть, сделать первый шаг. А когда первый шаг сделаешь, уже ничего не страшно. Оно затягивает очень сильно. И ты сам по себе, хочешь или не хочешь этого, но сам по себе все свое время начинаешь посвящать любимому делу. Ой, как здорово. Ребята, а к вам такой вопрос. Молодые люди, особенно подросткового возраста, не очень любят там выходить на сцену, допустим, или вообще, в принципе, представлять себя на публике, скажем так. Вот вы бы что порекомендовали вашим сверстникам, допустим, которые, может быть, хотят, но боятся участвовать в театре? Тоже ничего не боятся. Почему? Почему это страшно? Почему они решили, что это страшно? У меня, конечно, тоже был страх на сцене, но все приходит с опытом. Ну, засмеют там, я не знаю. Да, не получится что-то, да, ошибка будет. У вас были ошибки, кстати, во время выступлений? Конечно, неоднократно. Было очень много ошибок, очень много неловких ситуаций. И просто, мне кажется, к этому стоит относиться чуть проще. И, возможно, ребята, которые боятся, им стоит просто попробовать. Попробовать, и с временем у них этот страх испарится, исчезнет. Андрей. Как сказал Константин Хабенский, актер — это тот человек, который не боится показаться смешным. Mm-hmm. Так вот, я свой путь начал именно так. Конечно, у меня... С комедии. Ну, то есть не бояться быть естественным, быть собой на сцене. Ошибок, правда, море. Перед каждым выходом на сцену я волнуюсь как первый раз, но без этого волнения никуда. Оно должно быть, оно тебя подстегивает сделать лучше. Мне кажется, сейчас мои сверстники очень заряжены каким-то вот огнем, талантами. Мне кажется, вот мое поколение не боится как раз-таки выходить, пробовать, делать, и я могу сказать, что я очень рад. Ребят, спасибо огромное, что были у нас в студии. Удачи вам, успехов, вам терпения и больших-больших сил для такого дела. Напоминаем, о театре для школьников нам рассказывали Юлия Кондратьева, руководитель театральной студии гимназии номер 2, а также воспитанники старшей группы студии Андрей Романцов и Анна Кондратьева. Прямо сейчас предлагаем отправиться в небольшое, но увлекательное путешествие. Маршрут подскажет, как всегда, Павел Зайцев.